Сегодня, 3 июня 2021 года, скончался актер театра и кино Валерий Шептекита, народный артист Украины, звезда сериалов «Роксолана», «Настуня» и «Папик». Об этом сообщается на фейсбук-странице Киевского молодого театра, где служил актер. Валерий Иванович Шептекита более 40 лет посвятил молодому театру, на сцене которого сыграл несколько сотен ролей. Он никогда не оставался в стороне театральных дел, любил и поддерживал молодежь. Ему было 80 лет. Ранее мы сообщали о смерти актера театра и кино, народного артиста России Георгия Николаевича Жемчужного. Ему было 76 лет.